В выходные на лыжной базе прошло 16-е открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Это традиционные соревнования, которые проходят с 2007 года. И второй год подряд их проводят в течение двух дней. Первый день – гонки свободным стилем, второй – гонки классическим стилем – пирсьют. Наши ребята могут посоревноваться с спортсменами из других городов, то есть посмотреть, насколько на данный период времени они готовы, потому что летний период – это, как всегда, очень ответственный в жизни каждого спортсмена-лыжника. Это подготовка, это закладывается база на весь предстоящий зимний сезон. Поэтому это своего рода, скажем так, пробные первые старты, разминка перед зимним сезоном. Единственная сертифицированная лыжероллерная трасса находится в Сарове, поэтому именно наш город проводит такие мероприятия. За медали в Саров приехали бороться спортсмены из Нижегородской области, Республики Мордовии и города Пензы. Для тренера «Шор-Атом» Марии Козякаевой это первые соревнования после травмы. Буквально месяц назад я еще ходила в гипсе, и прошел всего месяц с того момента, как я снова встал на две ноги и меньше месяца, как на роллеры, поэтому, по-моему, вполне достойный результат. Я сравнила себя с лучшими в нашей Нижегородской области, теперь знаю, в какую сторону работать, что укреплять. Есть стимул. Погода в эти дни была на стороне спортсменов. Несмотря на хмурое небо, дождь не помешал соревнованиям. Самые юные лыжники 2013 года рождения преодолевали дистанцию один круг, а самые старшие мужчины-юниоры проходили на время уже 4 круга – 12,5 километров. Сегодня было очень тяжело. Мы еще приехали после сборов и мало отдыхали. И было очень тяжело, тем более впервые бегу дистанцию, 6 километров тут. Раньше бегала по 3, и было легче. И сегодня роллеры были очень тяжелые, новые. Второй раз в жизни на них только стою, потому что было тяжело. Было сложно, бежали 2 круга. Я бежал на роллерах, были быстрые, горки большие, летел. Все хорошо, все понравилось. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.